Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, и мы продолжаем играть в Циву пятую. Так, я только сейчас обратил внимание, что у меня три только торговых путя из пяти. Так, можно вам поделиться информацией, все. Так, давайте, наверное, мы тогда купим караван. Возможно, куда-то. Так, ты давай строй лесопилку. Так, ты давай иди сюда. Ты давай обстреливай этих говнюков. Так, ты распространяй здесь религию. Ого, тут уже не так просто обратить становятся эти города. Слушайте, прям так сложно становится. А они тут расползаются. Не, вот это хорошо, что он расползается городами, конечно. Извините, нас не интересует Атила. Мы с ними дружим, к тому же. Атила входит в новейшее время. Молодец, входи, входи. Так, Хама, блин, вот... накал идет. Но у нас вот этот город скоро обратится в нашу веру. Должны мы свою веру. Мамбаса, ну ты когда обратишься в нашу... А, в Мамбасе распространял он религию с помощью, наверное, пророка. Или кого-то такого. Так, ладно, ты по этим постреливай. А вы давайте идите туда. Караван, проложить торговый путь. Ага, как раз вот мы в Хаму и можем проложить как минимум один. Причем мы будем получать три науки за ход, а не одну. Шикарно. Так, ты, великий инженер, ты зайди в город. Нафиг ты вышел из него. Это я, наверное, его случайно вывел, но не суть. Так, и у нас там есть великий пророк. О, отлично, Дамаска зафигачил этих чувачков. Чувачков зафигачил. Так, надо... Вот если б не эта Мека, блин, со своим... Ну ладно, нам надо вокруг Меки просто все города обратить. И тогда у нас будет все ничтяк. Вот особенно надо вот этот город обратить в нашу веру. Вот. Так, иди, наверное, куда? Да тут уже везде все построено. Ну, наверное, вот так вот иди строй в эту сторону, что ли. А вы передвигаетесь вот так. Так, ты пока засыпай. Все, следующий ход. Ой. Открытые границы, согласен. Надо, культура будет быстрее распространяться. Так, я что-то чувствую, мы по туризму уже проигрывать начинаем, да? Сколько у Кореи? Да, вот у Кореи, видите, 14. А у нас, блин, 13. А сколько у Эфиопии? 12. Аравии 4. Кельты. Слушайте, а я же могу... Стоп! У меня музыкальный шедевр сейчас есть. Ага, вот мы нашли нашего этого чувачка. Ну, это и хорошо, они его подтянули. Нормально, сейчас там все сделаем. Так, давайте обмен шедеврами. Вот, вы такой предлагаете? А какой у меня есть музыкальный шедевр? Как он называется? Симфония номер один. Вот мне надо симфонию номер один поменять. Причем желательно поменять. У кого там самая большая культура? Кельты, Корея 14, Гунны 6, Индонезия 4, Эфиопия 12, Майя. Короче, с Кореей. То есть мне нужно вступить в обмен с шедеврами с Кореей. С Кореей. И вот, допустим, у нас же литературные места есть.
А, это... Да, у нас литературный к месту он куча. Вообще куча. Тут у нас музыкальных. Вот с музыкальными проблема. Так, значит, обмен шедеврами. Корея. Литературный шедевр. А я хочу... А почему я не могу, что ли, музыкальный? Да твою ж налево. А почему нельзя музыкальный шедевр? Блин, отстой, говно. Нельзя обменяться. Ладно, мы построим обязательно какой-нибудь там Бродвей, чтобы там была куча шедевров, ячеек шедевров, и будет все ничтяк. Все мы это сделаем. Ага, Мамбаса уже не это. Не в этой вере. Тут наша... Ну, нормально, нормально. Сейчас. Вот плохо, что вот эти города. Блин. Караван, проложить торговый путь. Давай в Дамаск. Давай, да, поперли. Так, ты давай иди сюда. Ты, наверное, давай обходи. А вы давайте этих начинайте фигачить медленно, но верно. Все, следующий ход. Отлично. Ладно, сейчас наш пророк. Ой. Ой-ой, они почти отхренячили. Эти чуваки, это кто? Это гунны? Гунские сипахи. Я хочу пророка, хотя может он где-то распространит религию. В принципе, мою. Ханой уже не в моей религии. Ну вот начинается. Не, нам срочно надо вот этот город. Вот этот город нам надо срочно в нашу религию обращать, потому как... Слушайте, а я давайте еще торгую этот караван, смогу ж купить? А, нету доступных, да, путей? Не могу купить. Так, давай строй лесопилку. Блин, они варваров выплюнули, да их же ж дивизию. Ну вот это вам надо было, блин. Слушайте, ну я не хочу. Ладно, давайте пока ничего не делать. Следующий ход. Давайте посмотрим, кого тюкнут вот эти вот рыцари. Ну они даже если вот так тюкнут... Ну они, блин, моего пророка решили захватить. Сволочи. От твари. От твари. От твари. Ну ладно, тогда посмотрим, куда этот пророк пойдет. Блин, здесь еще мой караван подошел на этих... Да пипец. Да, просрал я, короче, пророка. Вот вышел он... Хрен ли эти лагеря варваров вообще спаунятся? Они задолбали просто. Добей вот тех вот варваров. Просто задолбали. Я, конечно, понимаю, что сейчас можно сказать, типа, ну, вообще-то надо вводить таких юнитов с сопровождением. Да, понятно, что надо с сопровождением, но, блин. Оно ж не всегда так получается, как задумывается. Так, что у нас тут? Мы на шестом месте, наш показатель средний. Среднее по миру идем. О, а наш пророк куда-то пошел. Слушайте, я, знаете, что хочу? Я хочу проследить, куда пройдет наш пророк. Куда он его поведет. Поэтому я буду как бы следовать за ним. Следующий ход. Куда он его, в какой он его город поведет? Ага, куда-то туда. Вот если ты к Медине, то ты вообще чувачок, красавчик. Но я надеюсь, он не святыню им строить собрался у себя где-то на территории. Хотя он тоже может.
Хоть бы он религию распространил. Ой, это будет так хорошо. Давайте, ребята, быстрее. Быстрее ходим. Так, мониторим пророка. Караван. О, а мы теперь в Копты можем еще. Ты что, еще город? Да, он еще город обосновал, Копты. Давайте в Копты. Да, и тогда покупаем еще торговый караван. И мы его отправим, ну, в эту, в Мамбасу. В Мамбасу отправим. Так, хорошо. Да шо ж ты этого пророка бедного туда-сюда гоняешь? Вот же что же ж мне ж. В городе нет верующих. Блин, ну чувак, ну распространи религию в Медине, ну пожалуйста. В Мамбасу, да. Так, мы можем купить миссионера? Миссионер 14 уже... Ой, 400 уже стоит. Хреново. Кстати, я никакие чудеса не могу строить, ни ничего. А почему ты сваливаешь? А, потому что я покупаю караван, и он типа сваливает, да? Так, ладно, пока ничего не делать, ничего не делать. Я не знаю, каким он местом руководствуется, чтобы сюда передвинуть... Пророка. Майя теряют свою столицу. О, он еще город основал. Слушайте, ну если эти города обратятся в нашу веру, то это будет очень круто. На самом деле это будет реально круто. Ой, так, Урод меняет задание. Так, ты пока отдыхай. Ты строй лесопилку. Ты пока... Ну, давайте на дежурство пока я вас что ли поставлю. Будем смотреть, куда он сейчас поведет пророка. О, Копты обратилась в нашу веру. Ага, он пророка ведет куда-то сюда. А куда ж ты его ведешь? У нас, по-моему, с этим чуваком открытые границы, так что нормально. Мы там сможем проходить. От городов государств. Давай, переходи сюда, тут строй. А я вообще те клетки могу? Ну да, могу. Это крайний, собственно, круг, который я могу обрабатывать. Так, ребята, ты тогда вот сюда перейди, посмотрим, куда он поведет пророка дальше. Я открытые границы на открытые границы. Тогда нет, епошки. Корейцы, кто там не глянул. Блин, ну он его просто туда-сюда тягает, этого бедного. Ну, блин, кто так играет пророком? Отдал бы мне его. Говнюк. Нет, подбежал этими, типа, захватил. Типа, я не при делах. Так и было. Не, ну воевать нам тут не воевать. О, Пхеньян, кстати. Пхеньян, слушайте, у нас столько торговых путей появилось, куда проложить. Прям замечательно. Так, на дежурство встать. Следующий ход. Может, он боится и уводит их. О, туда пошел. Я вот сейчас специально не буду двигать лучников. Если он назад, то он, короче, затупик. Как тут давление? Ага, вот тут уже наши передавили. Этот город по-любому в нашу веру обратится. Так, Милан в нашей вере. Все нормально. Мамбаса. 45 к напряженности. Ну, потихоньку мы ее обратим в нашу веру. Так, надо тогда вот этих лучников выводить из-под этого... О, Пхеньян в нашу веру обратился. Все. Шикардос. Тут город, видимо, тоже обратился в нашу веру. Я, правда, не знаю, что там за город, но... Но он по-любому в нашей вере. Так, великий художник, мне ты нужен.
Мне нужен по-любому великий художник. Создавай шедевр. Отлично. Так, тут лесопилку вы достроили, да? Ну, идите, наверное, туда. Следующий ход. Так, идут они, идут. Тут морские, навигация, блин, все это строят. Вот, потом археология. Кстати, археология нам откроет археологов. О, шикарно, да? Логика вообще. Фиг докопаешься. Археология откроет археологов. Блин, я не понимаю, почему музыкальными шедеврами нельзя... Слушайте! У Кореи 16, у меня 15. Вот это же Корея! Чувак! Я тебе нашел применение. Давай дуй сюда. Ай, ладно. Пхеньян, ну то, что Пхеньян нашу веру принял, это очень хорошо. Так, сколько тут давления на Мекку? Тут давление. О, тут уже наши. Скоро вот этот барон Юрт обратится в нашу веру. Так, этот чувак почему-то не двигает этого своего пророка, моего, точнее, пророка. Так, золотой век у нас, замечательно. Нет, войну мы не начинаем. Слышь, Корея, ну давай открытые границы, а? Что ты хочешь? А, ты хочешь 3 голды всего лишь? Я согласен. Сейчас мы тебе зашлем музыканта Бетховена. Тектон там. Сейчас зашлем, нормально все будет. Так, у нас уже археология есть. Не, мы самостоятельно пойдем. Так. Меха, да, согласен, продаю меха. Меха нам не надо. Пхеньян, ну чё, Мамбаса никак тут не обращаешься. О, он подвинул пророка туда. Это хорошо. Я продолжу за ним следить. Хотя, в принципе, что толку за ним следить, блин. Так, Милан в нашей вере. В нашей вере. То есть прокладывать торговый путь в Милан, по сути, смысла нет. Мы плюс 6 давления, 18 давления. А если в Корею... Вот в Мекку надо, да? Мы 6 давления получим, нам пофиг. Но 18 давления они получат. Это хорошо. О, и мы наконец-то передавили. Передавили там религию. То есть потихоньку тот город начнет обращаться в нашу религию. Так, ты давай, наверное, вставай на дежурство. Ты строил лесопилку. Все замечательно. А, да, и чувачка я передвину. Я так, чисто посмотреть, куда пойдет пророк. Ну, мало ли. Нет, я за 7 голды продаю. Нет, так нет. Я за 7 голды продаю. О, отлично, пророк куда-то пошел, может в Ханой. Слушайте, ну открытые границы нам пока не нужны с вами. Вот за 7 голды я продам. Так, отлично, пророк пошел куда-то туда, наверх. Мы посмотрим. Так, тут все города наши. Наша религия распространяется замечательно. Мы прям захватили религию всю. Ну, не всю, но много. Много. У нас, кстати, от этого голда. То есть, вот смотрите. 15 от религии, это немало. А, Атила готовит. Ну, я не буду даже сообщать. Давай, давай, иди там. Уже почти дошел, красавчик. Так, передвинемся сюда. Ага, вот он, пророк.
Следующий ход, куда пойдет пророк. О, пророк, неужели в город-государство? Он, походу, его ведет реально в город-государство. Вот это я буду рад, если он Ханой обратит. Слушайте, если ты обратишь Ханой. Конфетка будет. Так, что тут? Баун-Юрт никак не обращается в нашу веру. Ну ничего страшного. А где этот город-государство? О, а он во вражеской вере. Ну мы его скоро обратим. Поделиться информацией. Так, а кореи слили инфугу нам, чтобы они на нас сильно не нападали. Блин, я ж так не смогу видеть, куда. Ну вот нафиг вы сюда стали. Ну ладно, все. Короче, он его куда-то повел, да. Надеюсь, в Ханой. А, все, нам далеко уходить смысла нет. Давайте возвращать уже на нашу территорию. Я так думаю, тут с фарварами уже разберутся. И так очень много всяких. Так, ну все, рабочие заготовили, сделали отстройку. Поэтому, я думаю, можно один отряд уже удалить точно. Им же голду они жрут. Так, отлично, он ушел вообще туда. Ну, кстати... Миха, да, не вопрос. Мамбаса, как там? 4, скоро уже. Скоро уже ребята обратятся в нашу веру. И Мека обратится в нашу... Ой, они там, зараза, заюзали этого. Заюзали опять великого пророка. Ну, ничего страшного. Так, я что предлагаю? Эй. Богатеи мира, я на первом месте. Замечательно. Кстати, мы изменить проект ничего не можем. Нет, давайте купим миссионера. А, юнит мешает, да? Теперь давайте купим миссионера. Вот. И отправим его вот в этот... Слушайте, или в Мамбасу. Давайте в Мамбасу его отправим. Ладно, следующий ход. Он на следующий ход пойдет. И я этому миссионеру дам, блин, этих арбалетчиков в союзники. Точнее, в сопроводители. Чтобы они шли вместе. Кстати, Мамбасу там хрен так просто. Ну, нам там одного. Это стратегический город. Нам надо... Надо, он, скоро Медина тоже нашим станет. Сэджон готовит заговор против меня. Это хреново. Так, ладно, пока стой, кури. Хотя вот уже через 7 ходов там Лувр надо будет строить. Поэтому ты лучше в столице стой, кури. Тунгио. 우리는 상의해야 할 것이 많고 서로에게 얻을 수 있는 것이 많소. Не, я сам хочу действовать. Во, зараза, они, короче, тут религию свою распространили миссионерам. Не, ну вам делать нечего. Не, ну это вот это подстава, честное слово, сейчас была. Подстава была. Ладно, ничего страшного. В принципе, мы можем этот город обратно обратить. Ну, давай, короче, концерт здесь. Плюс 130 культуры. Вот у нас, кстати, нет, кельты. Ага, у нас везде идет подъем. Замечательно, медленный, но подъем идет. Так, следующий ход. Ой, а куда наш этот бежит? Как он бежит? Так, ты ж давай иди к этому, блин, к миссионеру, к нашему. Чтобы он не помер ненароком. Хотя тут вроде за... Ну как тут наши? Уже, о, уже два последователя. Тут как... Один последователь. Тут как 6, 5. Ну, наши продавливают там нашу религию.
всячески продавливают. Так, лучники, арбалетчики, давайте сюда к пути к миссионеру. Так, все построили, удаляю вас. Следующий ход. Ага, вот, миссионер пришел, и следующим ходом он как раз пройдет по лесам, по полям и станет на арбалетчиков, и мы его будем сопровождать. Все, замечательно. Ух ты, кто-то принял уже идеологию, нифига себе. Идеология. А мне надо тоже идеологию, кстати, принимать. Так, миссионер, ты идешь сюда, поэтому мы тебя будем сопровождать. Так, ну, а ты рабочий один пока в сон, мало ли пригодится там что-нибудь. Так, все, следующий ход. Скоро мы будем уже строить Лувр, делать археологов, всякие археологические раскопки совершать. Так, ваши терки меня не интересуют. Терки. Терки-потерки. Так. Пророк бежит. Ты тут, кстати, распространил религию в Ханое? Нет, не распространил. Говнюк. Так, не арбалетчики, дайте мне. Так, ну все, дальше там они дойдут, эти наши миссионеры. Все, на дежурство тут встаем, следующий ход. Дамаск, Копты, я не знаю, что тут за город, но он по-любому тоже в нашей религии. Хотя давайте, слушайте, вот вы как раз идите, наверное, сюда. Заодно и узнаете, или даже вот сюда. Заодно и узнаете, что там за город. Вот. Ну это, я думаю, всех будет интересовать. Так, мы тут купить часом ничего не можем. Не, ничего не можем. Ладно, следующий ход. О! Распространяй религию. Красава! Красава, все. Тут, кстати, наша переборола, нет? Нет, Пхеньян пока еще держится. Так, теперь давай вот как вот ты вот... О, в Ханой, слушай. Давай по морю, а? По морю попробуем пройти. А вдруг фартанет и получится. Так, там с варварами воюют. Сеул. Ничего страшного. Сейчас уже археология откроется. Мы вон ячейки изобразительного искусства. Я надеюсь, я успею все сделать, как я хочу. И построить, и все ничтяк. Так, у тебя еще один заряд, и вот мне надо, чтобы ты его в Ханой зарядил. Караван проложить путь. Ну, Пхеньян не надо. Ага, Хама это наш город, да? Нам будет давление идти. Вот давайте во... А что такое она... О, Антаривун, вот это вот, короче. Да. Антариву мы туда сейчас давление нарастим. Так, все, следующий ход. Сейчас у нас открывается археология. Так, ты давай... Блин, там рабочие. Ну, давай иди вот туда, наверх. Сейчас, сейчас мы все, все, сейчас все мы придумаем. Сейчас все нормально будет. Сейчас все будет нормально. Так, ладно, давайте на этом я выпуск закончу. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.